Наша покупка на сегодня. Взяла вот такой себе валик для спины. Я думала. Вот такой вот сделать гимнастику. Японская система оздоровления организма. Я всегда полотенце скручивала неудобно. Сейчас вот такой вот валик специально заказала. Будет удобненько. Так, это у меня на локоть, у меня повязка специальная. И здесь у меня носочки хорошенькие, смотрите. Норка. Вот разные. Так что, мам, выбирай себе, какие тебе надо. Такие носочки. Наша покупочка на сегодня. Наша покупка на сегодня, ребят. Приобрели вот такое матрасище. Ой, боже мой. Обалдеть. В общем, мы его взяли за 29 099. И такая подушка ортопедическая. Короче, матрас бомба. Он просто... Ой, я не могу. Я сейчас упаду на него, буду спать. Наша покупочка на сегодня. Сейчас подушку покажу. Еле открыла, ребят. Такая вот подушечка. Ортопедическая тоже она. Можно на ней спать так вот, как она есть целиком. Но еще мне показывали, что можно ее уменьшать. Хотя растянуть быстро не получается. Показываю. Показываю здесь, вот так она открывается. Достается. Можно на ней спать вот так. Она вполне комфортная. И тут внутри еще две подушечки такие маленькие, которые принимают положение твоей головы. Вот показываю такие вот подушечки. Только сюда мне будет наволочки нужно на них. И как она выглядит, ребят. Это вообще просто бомбическая. Я такую заказала себе одну. Мне Степка ее отобрала. Это вот еще мы взяли каждому. Она такая вот мягенькая. На нее ложись. И удобно. Как раз мне под шейку. Такие две подушечки маленькие. Она собирается в одну большую. Ну, так как я не люблю на высокой спать, мне вообще будет удобно. Тем более матрас такой ортопедический. И подушки тоже. Будет вообще очень удобно. Наша покупочка на сегодня. Так, что мы сегодня купили? Купили мы сегодня... Это, короче, на кассе стою, а там и Васи по акции. Ядрит Мадрид. Я две штуки схватила. А по акции, а где чек у меня на магнит? Тут же раскладывала только что. Где чек магнитный? На. Не знаю. В общем, все перескала, не могу чек найти магнитным. Так, это в Победе мы брали. В Победе брали мы рис, виноград тайфи, бутербродная колбаса. Это для окон, стекол, сметанку, сырочек для полового приправку. Степка себе такие чайсики взял. Так, потом имбирь и плов. И для суши. Суши хотим сделать. Чек где-то потеряла. Я так и не нашла. Так, это чек у меня, что мы взяли в этом, в Победе. На 1599. 599, ничего. Так, наша покупочка. Так, по магните я забежала, хлеб взяла. Творожный сыр забыла. Батон. Что я в магните еще взяла? А, и вот и Васия хотела сказать, что она что-то 86 рублей по акции. В магните она стоила. А вот это вот тоже... О, тут сметана. Она сметана. По акции, короче, 70... Сметана 77, представьте, 99. А так она 100 с лишним, 120, наверное. Я ее сюда беру, смотрю, моя сметана, я ее быстро схватила. Наша покупочка на сегодня. И тут еще у меня оладушек, я с утра как нажариваю, он полно. Наша покупочка на сегодня. Не забываем ставить пальчик вверх и подписываться на канал. А, еще вот такие таблетки себе взяла. И подписываться на канал. Чекаем все вместе. Ребят, начала все убирать, поднимаю, а вот чек прилипший вот к этой. Я знаю, что я только что держала чек. 252 рубля. И где она? 89. Что? Ну, 90 рублей, Васи. Наша покупочка. В общем, что мы купили сегодня? Курточку вот такую взяла, сыночки. Так, костюм спортивный, тепленький. Штанишки и кофта. Перчатки. Подштаники. И здесь обувь. Вот эти вот зимние обувь. А это на сменку.
наша покупочка на сегодня. Наша покупка зашла, взяла хурму. Она такая вкусная, думаю, будет на вид вообще обалденная. Я вчера хотела хурму, но не было нигде. Ну, я шла поздно домой. Сегодня прям... О, какая хурма вообще. Сейчас помою, покушаю. И на матрасник. Я его там распаковала и уже не упаковывала. Вот так вот в пакет сложила. На матрасник хороший. На Вагберсе заказала. Непротекаемый такой вот хороший матрасник. Непромокаемый. Наша покупочка на сегодня. Так, наша покупка. Взяла лучок. Помидорки. Крабовые палочки. Такую шоколадку. Огурец. Такие крабик нежно. Все, что у меня будет. И такой творожный сыр. Таблеточки себе. Хлебушек. Хурму опять. Наша покупочка на сегодня. Чек опять где-то потеряла.